Десятки мусорных мешков лежат прямо на газоне. Содержимое классическое. Очистки, пластиковые бутылки, старый ковер. Многие из пакетов уже разорваны, и запах распространяется по окрестностям. Бытовые отходы сюда приносят жители соседних домов. Ведь раньше контейнеры для мусора находились именно на этой площадке. Долго не было контейнера, но никто не бросал. Потом вдруг, говорят, какой-то слух появился. Они обязаны у нас забирать мусор. И начали все бросать. Все бросают уже, наверное, месяц целый. Свалка занимает уже несколько квадратных метров. Сюда же кидают спиленные ветки. По словам местных жителей, мусор все-таки вывозят. Однако делают это нерегулярно. И контейнеры возвращать не спешат. Они вот увезли, тут набросали. Вот вывозили дней пять, может, назад вывезли. А здесь моментально вырастает у нас. Моментально здесь очень она требует место востребованное. Дом обслуживает управляющая компания ООО «Теплостройинвест». Однако ни по одному из официальных номеров телефона связаться с представителями компании нам не удалось. Напомним, что вскоре в Рязани начнет работу единый региональный оператор по вывозу мусора. К обязанностям он приступит не позднее 1 ноября. Платить за мусор будем 95 рублей с человека. Новый тариф на обращение с отходами озвучил региональный оператор после того, как региональная энергетическая комиссия закончила подсчет. В ближайшее время начнется процедура оформления договоров с потребителями. Также с помощью торгов уже выбрали перевозчика для транспортирования отходов. Заключили договора с операторами, владеющими объектами обработки, обезвреживания и захоронения ТКО. Скорректировали территориальную схему обращения с отходами. Кроме того, в регионе планируют построить 7 мусороперегрузочных станций и экотехнопарк по глубокой обработке и утилизации отходов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».